Вчера в рамках рабочего визита в район приехал руководитель администрации главы Адыгеи Кабинета министров республики Владимир Свеженец. Во время поездки вместе с главой района Зауром Хамирзовым посетил семью участника СВО Андрея Сахарова в селе Натырбово. Андрей – ветеран боевых действий в Чечне и имеет множество заслуг перед Родиной. В настоящее время он вместе со своими сослуживцами делает все возможное для защиты интересов страны в зоне проведения военной операции. Его супруга Татьяна работает в почтовом отделении местного населенного пункта и занимается доставкой пенсий и коммунальных платежей. У семьи Сахаровых растут четверо замечательных детей. Из-за того, что отец очень редко бывает дома, каждая его встреча становится настоящим праздником для всей семьи. Владимир Павлович проявил интерес к успехам детей и пожелал семье мира и благополучия, вручив им подарки. Следующей семьей, которую посетил руководитель администрации Кабинета министров республики, стали Таувы из аула Кашхабль. На улице их встретила большая, дружная, многодетная семья. Супруги Заурби и Замира, старшая наставница в доме Фатима Туркубиевна, а также пять замечательных детей. Главными качествами всех членов этой прекрасной семьи является трудолюбие и стремление к достижению поставленных целей. Заурби занимается предпринимательством, а его супруга Замира работает старшим специалистом в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльске. Бабушка Фатима играет главную роль в воспитании внуков. Искренне вас всех приветствуем, поздравляем и рады, что вы продолжаете такие хорошие, добрые традиции. У вас дружная семья, замечательные детки, внуки, поэтому это, наверное, самая большая радость, которая может быть сегодня. В теплой домашней обстановке гости провели время, пообщались с членами многодетной семьи, поинтересовались, чем они занимаются, и пожелали супругам продолжать хранить добрые семейные традиции в воспитании своих детей.